Как все прошло здесь для тебя? Как соревнования, как финал, как сегодняшний день? Соревнования мне, в принципе, понравились. Своей борьбой я отчасти довольна. Есть, конечно, ошибки, но даже бронзовая награда сегодня сделала меня счастливой. И, в принципе, борьбой на сегодняшний день я довольна. Сначала мне дали наказание, немножко растерялась, но потом вспомнила, что у меня есть партер, и смогла все-таки сделать свой болевой, найти положение и до конца довести его. Что скажешь о сегодняшних соперницах вот в течение всего дня? Вообще, этот самый сильный чемпионат, который, я помню, приехали все, кто обычно даже не приезжал, потому что обычно они на международные старты ездили, а сегодня собрались почти весь состав сильнейших, поэтому очень сильный уровень соревнований, не только в нашем весе, а вообще в целом. Это, наверное, самый сильный чемпионат из всех, которые я помню. Я очень хочу поблагодарить мою семью, моего мужа, моего папу. Он всегда приезжает на мои соревнования. Конечно, моего тренера. Мы проделали большую работу, и это наш общий результат. За меня сегодня болели и мои друзья, и семья, конечно, муж, папа на трибунах, и я очень рада, что смогла их порадовать. Спасибо тебе большое, ты настоящий молодец, и мы все очень рады за тебя. Спасибо.